Грациозная дама в изысканных одеждах и статный юноша в военной форме в белом зале музея имени Бурылина давали рождественский бал. Под аккомпанемент струнного квартета Ивановского музучилища более 20 пар кружились в вальсе и исполняли полонез и краковяк. Перенестись в атмосферу позапрошлого века непросто. Чтобы уверенно держаться в танце, необходимо усердное занятие. Наиболее тяжело был полонез. Он очень должен быть отточен. Это точные движения. То есть не все ребята сразу же смогли сделать, но очень старались. Тема этого бала – история любви адмирала Геннадия Ивановича Невельского и его супруги Екатерины Ивановны. Его имя носит морской кадетский корпус при Ивановской православной средней школе. В эти рождественские дни мы вспоминаем как пример для современной молодежи именно ту любовь семейную, которую они несли между собой и передали детям. И поэтому, конечно же, когда вот мы делали рождественский бал, тема Невельского для нас была и семьи четы Невельских была очень главной. В роскошном зале собрались учащиеся нескольких ивановских школ. Приехали и ребята из Комсомольского района. Все они долго готовились, оттачивали сложные движения. Впрочем, для некоторых пар рождественский бал не стал дебютным. Это уже второй год, то есть это второй бал наш. Мы готовились чуть больше полугода где-то, но надо понимать, что второй бал был перерыв целый год, и целый год мы усердно тренировались, танцевали. Судя по стройным движениям и аккуратным поворотам, занятия не прошли даром. Руководство кадетского корпуса планирует и впредь давать тематические рождественские балы. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.